Сборная Российской Федерации по футболу сыграет стыковые матчи отбора на чемпионат мира в Лужниках. Уже известны даты и с кем будут играть в футбол. Значит, первый матч состоится 24 марта в 20:00 по московскому времени в Лужниках против сборной Польши. В случае победы над поляками сборная России по футболу также в Лужниках 29 марта сыграет с победителем пары Швеция-Чехия за право поехать на чемпионат мира в Катар. Если же игра с Польшей завершится с поражением российской сборной, то 29 марта россияне сыграют в Лужниках товарищеский матч с проигравшей командой в паре Швеция-Чехия. Ну, будем желать нашим игрокам-футболистам сборной победы над польской командой, чтобы это был билет на чемпионат мира. Поэтому желаем нашим ребятам хорошо подготовиться, отдохнуть во время каникул, как говорится, новогодних, а потом с новыми силами подготовиться к матчу с командой футбола сборной Польши. Нам нужна только победа.